Хе-хе, ребята, всем привет! Это новое видео по билбатлу. Давайте же приступим. Так, выбираем нашу тему. Какую же тему? Давайте выберем животных. Это такая самая легкая тема, как мне кажется. Нам надо построить остров. Давайте же приступим к этому делу. А что же нам надо сделать-то? Давайте выберем воду. И сделаем из воды пол. Вот так вот, пол наш готов. Давайте же приступим к нашему острову. А, берем, давайте, желтый. Такую шерсть желтую. Остров будет у нас игрушечный. Так, давайте обделаем основание. Вот так вот, потихонечку. У нас времени еще очень много, так что мы можем не торопиться. Так, делаем такое основание из земли. Это типа наша земля будет такая. Вот так вот обделаем его. Остров будет не такой уж и большой. Большой сделать остров я не успею, это точно. А вот так вот основание из земли. И давайте же это будет нашим песочком. Вот так вот. Я не знаю, оценят это ребята или не оценят, но я хочу построить остров именно таким способом. Я думаю, этим способом никто остров не строил еще никогда. И давайте же землю. Это будет наша земля, вот такая вот. Даже можно так вот, вот приподнять. Это будет наша земелька. Возвышенность такая будет интересная у нас. И на этой возвышенности мы сделаем пальмы. И давайте же добавим вот это для контраста. Супс-супс. Чтоб все было идеально у нас. 4 минуты еще остается. Времени еще очень много. Мы успеем еще посадить наши пальмы. Может, и лежаки добавим. Я не знаю. Давайте сделаем пальмы. Пальмы будут сделаны у нас, давайте, тоже из шерсти. Я так думаю. Коричневая. Также у нас вот так вот делаем. Вот так вот. Давайте добавим вот этого. Вот так вот. И поднимаем наши ветви. Так можно сделать у одной. Вот, пальма получается у нас. Вот так вот. И здесь мы сделаем по такому же принципу, как у нас и вот здесь вот. Давайте вот так вот. И вот так вот. Наша пальма готова. Так, и можно добавить еще вот здесь вот одну. Конечно, она классно не тянет, но, как я думаю, это пойдет. Так, давайте кокосы добавим, вот так вот. Это наши кокосы будут здесь висеть. Давайте сделаем какой-то лежак. Вот так вот, и давайте белым что-то, вот. Такой вот остров у нас получился, мы даже сделали его раньше нашего времени. Давайте, может, еще кого-то добавим, потому что это как-то очень мало получается у нас. Какой-то маленький островочек. Пышненькая такая пальмушка у нас выходит. Еще можно вот так вот добавить, вот. Похоже на пальмы. Давайте еще полублокчик добавим. Где же полублокчик-то темненький? Вот он наш темный полублокчик. И вот так его сделаем, вот. Островочек у нас получился, конечно, маленький. Ну, давайте оценим у других игроков. Сейчас время наше выйдет, и мы приступим к изучению островов у других игроков. Я уже что-то вижу, там домик находится. А у нас домика нет, у нас обычный остров. Ну-ка, и что ж здесь? О, это остров с деревьями. Ну, давайте поставим вот такую же оценку, какая у меня сейчас. Все оценивают.
ну, нормально так оценивают, как и я почти что. Это остров со скайблока или со скайварса? Ну, давайте поставим вот такую оценку, потому что он реально старался, делал эти руды, ставил все. Это похож на наш остров, ребята. Это похож на наш остров. Тоже пальма. И песочек. Как у нас, почти что как у нас. Вот этот остров мы видели. Вот этот остров мы и видели. Ребята, давайте вот эту оценку и оставим. Потому что он как-то нереалистичный, какой-то неправдоподобный островочек. Это остров наш, ребята. Это наш остров. И что же оценивают? О, даже зеленую отметку вижу, ребята. Даже зеленую отметку вижу. Вот это да. Ну-ка, это что за остров? Это темный островочек. Какая-то палатка. Ну, давайте же поставим вот такую тоже зеленую оценку. Очень много построил. Даже деревья посадил. Ну-ка, этот остров. Он пытался копировать этот блок земли. Ну, давайте эту же оценку оставим, потому что здесь ничего такого нету. О, ребята, этот остров похож на наш прямо. Тоже пальма такая же почти что пальма. Давайте поставим вот такую вот отметку под цвет этой пальмы. О, это тоже такой же интересный островочек. Он интересно придумал этот зонтик. Эту же отметку и оставим, потому что здесь нет ничего такого трудного, и его мог построить каждый. Как много островов, ребята, я ж вообще удивляюсь. Это тоже как у нас пальма получилась. Давайте такую же оценку оставим. Пальма, как по мне, не очень получилась. У нас как-то лучше. И да, ребята, мы заняли 4-е место. Ну, могли бы и 3-е занять, но почему-то нам дали только 4-е место. Это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Всем пока-пока!